До начала спектакля еще минимум час. Но одесситы и гости города уже выстроились у дверей театра. В Одесской опере открыли фестиваль «Зимний променад». В эти выходные зрители оперного по достоинству оценили сразу два балета – «Кармен Сюита» и премьеру спектакля Римского-Корсакова «Шахерезада». Спектакль вернулся на сцену Одесского оперного спустя почти 100 лет. Впервые его поставили тут в 1927 году. Мы дуже вдячны глядачу за то, что он пришел разом с нами открыть третий зимовый променад. Мы уверены, что он, глядач, будет доволен, потому что программа якісна і дуже цікава. Якомога частіше хотілося б, але раз в місяць точно відвідуємо. Ми зі Львова і у Львові відвідуємо, і сюди до вас прийшли. Я вважаю, що потрібно ходити хоча б раз в рік, якось розважити себе, подивитися на людей, подивитися, як інші виступають, зловити ті емоції. После овации в зале, призывающих к началу, зритель затаил дыхание. Первыми на сцену выходят артисты постановки «Кармен Сюита». В одноактном балете раскрывается трагическая судьба цыганки Кармен и влюбленного в нее солдата Хосе, которого девушка бросает ради молодого Торрера. Музыка подчеркивает конфликт между страстной Кармен, любящей превыше всего свою свободу, и обезличенными марионетками, что стремятся ее подчинить. Стараемся не пропускать интересные премьеры, которые приезжают в наш город. Особенно интересные какие-то труппы передвижные, но в последнее время их очень мало. Мы часто бываем за границей тоже, в театрах ходим, где получается. Нравится вся классика, нравится и «Лебединое озеро», и «Шахерезада» в том числе. Но данный билет нам подарили дети наши, которые, к сожалению, не в Украине. Они подарили нам на Новый год, и мы решили прийти. Невзирая ни на что. Хочется чаще бывать. Особенно мне нравится балет. Мне нравится искусство управления своим телом. Моя работа вообще связана со спортом. И я могу оценить вот именно технику исполнения. И я восхищаюсь танцем. Во время антракта за сценой полным ходом готовится к следующему спектаклю. Через пару минут коллективу Одесской оперы предстоит показать месяцы подготовки к главную премьеру фестиваля «Шахерезаду». Мы очень хотим, чтобы у нас в театре было как можно больше ярких, интересных событий, чтобы, так сказать, зимняя погода все равно была наполнена яркой, солнечной эмоцией. И поэтому мы фестиваль специально придумали зимой, чтобы, так сказать, чтобы одесситы не впадали в спячку. Вот. И сегодня мне очень нравится реакция зала. Я вижу, что зал очень эмоционально, очень хорошо реагирует на то, что происходит на сцене, на яркую игру наших балетных артистов. Время на установку декораций после первого действия не казалось чрезмерным. Сама постановка получилась поистине завораживающей. Балет, вдохновленный неиссякаемой культурой Востока, получил заслуженные овации зрителя. Следующими для одесситов и гостей фестиваля «Зимний променад» подготовили балеты «Болеро», «Жар птицу» и оперу «Набука». Не забыли в программе фестиваля и о детской аудитории. Специально для юных зрителей музыканты театра подготовили программу «Путешествия». Путешествие в оркестр. Завершится фестиваль 18 февраля оперой «Мадам Баттерфляй». Из-за пандемии ее давно не показывали на сцене театра. К радости как зрителей, так и самих артистов, ее возвращают в репертуар Одесской оперы. Татьяна Брумбей, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».